Сегодня в Хакасии скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Это первый в республике случай летального исхода пациента с COVID-19. Женщина 55 лет скончалась сегодня ночью. В Минздраве не раскрывают всех подробностей, но сообщают, что пациентка имела другую тяжелую болезнь, от которой она длительное время проходила лечение. Ее иммунитет был снижен. Пациентка сначала находилась в Белоярской районной больнице, где, напомним, был зафиксирован очаг заболевания. После контакта с зараженным COVID-19 жителем Хакасии она была переведена в инфекционное отделение Саиногорской межрайонной больницы, где, несмотря на проведение интенсивной терапии, скончалась. В Минздраве сообщают, что выраженных респираторных симптомов у женщины не было, и окончательный диагноз будет выставлен по результатам вскрытия. Что касается общей статистики, в Хакасии сегодня уже 84 случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки прибавилось 8 пациентов, причем большая часть из них – 6 по очагу Белоярской районной больницы. Остальные 2 случая за последние сутки завезены. Один в Абакан из Красноярска, второй в Аскисский район из Новокузнецка. В Аскисском районе этот случай первый. Как сегодня сообщил Роспотребнадзор, у 44% пациентов, у которых был выявлен коронавирус в Хакасии, не было клинических проявлений болезни. По территориям на сегодняшний день картина такая. Абакан – 32 случая. Столицу Хакасии уже обогнал Алтайский район, где 34 заболевших. На третьем месте Усть-Абаканский район и Саиногорск – по 7 случаев. В Абазе по-прежнему 2 заболевших и в Аскисском районе и в Черногорске – по 1 случаю.